Дозволено ли соучастие нескольких человек одной удхой и какое максимальное количество человек, если это дозволено? Дозволено участие 7 человек на одну удхою, если это верблюд или корова. А что касается барашки, то нельзя ней делить участие. Достоверно установлено о сподвижников их соучастие на хаджи и на умре 7 человек на верблюдицу и 7 человек на корову. От Джабира ибн Абдуллаха передается: «Мы делали жертвоприношение с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в год Худайбии, верблюдицу за 7 и корову за 7». В другом риваяте: «Зарезали верблюда за 7 и корову за 7». Сказал имам ан-Науви рахимахуллах: в этих хадисах указание на дозволение участия нескольких в одном жертвенном животном. Единогласное мнение, что нельзя делить участие на барашке. Также в этих хадисах указание, то, что верблюдица идет за 7, и корова тоже за 7, и каждый становится вместо 7 овец. И даже если на мухриме обязанность порезать 7 овец, и он зарежет верблюдицу или корову, то этого будет достаточно вместо всех 7. И был спрошен постоянный комитет больших ученых насчет участия нескольких в одной удхи. И они ответили: принимается верблюдица и корова от 7 человек. Без разницы, они из одного дома или из разных домов. И без разницы, есть ли между ними родственные связи или нет. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дозволил сподвижникам делить участие в верблюдице и корове каждые 7 человек на одну, и не уточнял, какие 7 человек.